Истилиану все правильно понял, придется это делать. Блин, хренеть. А с чего вдруг она стала такой большой и страшной? Не совсем уместное, наверное, слово. Напал на меня. А с ней что сделаешь? Я не позволю. Черт побери, Мира, хватит! Подумай, что ты делаешь! Делать, Мира! Убери руку! Руку бери. Какого хрена? Убери свой... Ух ты. Тихо. Козел. Ты меня не остановишь. Прошу тебя, Мира. Мира, прошу тебя. Твою мать. Остановись. Мира, я прошу тебя. Мира, не делай глупостей. Мира, да я наберу здесь припасов, подожди. Мы поняли, что тебя надо взвести в другое место. Че, еще? Кого ты тут выплюнула, блин? Неважно, я не буду дожидаться и смотреть. Минус рука. Это еще что за дичь? Надо что-то с ней делать, Кастильянос. Кастильянос. Что это еще за хрень? Ее никогда не получишь! Я не хочу этого делать! Спокойно! Спокойно! Так, надо немножко отдышаться. Спокойно. Убрала ковырялку свою. Зашибли меня все-таки. Ай-яй, что это? Кто это? Патронов нет, черт побери. Че я попасть не могу, что такое? Уберись нахрен!
момент опускания руки, я, конечно, все понимаю, твои большие страшные руки. Давай бей чем-нибудь уже. Да как ты издеваешься надо мной? И что, этого мало? Боже ж ты мой, ты какая-то дичь. Помните, я говорил про хитбокс? Я не устаю о нем напоминать. Давай, давай, делай что-нибудь. Да ладно, неужели рука снова оторвалась? Должна была оторваться рука, мне кажется. Я должна защищать. Хватит трясти башку, я тебя прошу, а? Мира. Мира, очнись. Прости меня. Я не хотел. Нет. Я себя не контролировала. Ты все правильно сделал. Спасибо. Как хорошо, что ты жив. Ты должен забрать Лили. Вытащи ее отсюда. Я всех нас вытащу. А ну давай.
Слишком далеко. Брось меня. Просто забери, Лили. Брось меня. Нет, больше я тебя не брошу. Ты должен. Иди. Я догоню. Мы встретимся. Сейчас ты нужен Лили. Пожалуйста, быстрей. Неужто они дадут нам прям дойти самому? Надо скорее к дому. Глава 17, выход. Мира осталась позади, и я немного не понял. Вроде бы она не ранена, а возможно зло так глубоко засело в ней. Или она просто хочет оставить почти себя дошел вместо девочки, дабы быть ядром. Скорее всего, это и есть причина, по которой она решила остаться здесь. Только дождись меня, Лили. Но, возможно, я ошибаюсь. Мы восстановили контакт, сэр. Где он? Точное положение пока не ясно. Стоп! Ядро обнаружено. Маркер идет к ней. Отлично. Проинструктируйте маркер, как восстановить ядро. Не хочу вас расстраивать, сэр, но мы опоздали. Мир слишком сильно поврежден. Даже если ядро вернется на место, полный коллапс Юниона неизбежен. Пусть так. У нас есть Стэм. Начнем сначала. Нам нужно ядро. Такую ценность бросать нельзя. Пусть медгруппа готовится извлекать. Сколько времени? Смотря как быстро он доставит ее к точке извлечения. Они близко, так что скоро. Медгруппа на месте и готова действовать. После извлечения медгруппа должна уничтожить маркер. Он свое дело сделал. Да, сэр. Черт. Кит, свяжись с ним и проинструктируй. Ну, момент настал, Кит. Кит, ты меня слышала? Да, слышала. Ты собираешься выполнять приказ? Вы не можете его убить. Еще как можем, и убьем. Здесь, в реальном мире, он сразу станет проблемой. Ну, объясни ему, где точка извлечения. Давай, Кит. Он подписал себе смертный приговор, как только вошел в Стэм. Так что выполняй приказ, не подписывай приговор себе. Нет. Решила предать нас? Очень жаль. Я на тебя рассчитывал. Ух ты, Кидман! Патронов у меня не так много. Ой. Ой! В смысле? Я знаю, здесь надо стрелять в подбородок. Ну так-то он не умер.
Патронов у меня что, до хрена? Не, ну тогда без проблем. Я-то думал, я тут обижен. Смешно. И грустно. Я не могу попасть. Да ладно. Все сотрудники охраны. С ума сойти просто, я в шоке. Надо скорее, пока еще не явились. Не дайте ей уйти! Забирай скорее, пока она отвлекает там всех. Комната наверху. Лили, я иду к тебе, папа идет к тебе. Лили. Девочка моя. Папа. Это я, Лили. Я пришел. Это правда ты? Чш. Это правда я. Я заберу тебя домой. А мы разве не дома? Нет, детка. Но скоро будем. Я так устала. Засыпай. Когда проснешься, все будет хорошо. Мира. Она у меня. Пошли. Уходим отсюда. Прости, Себастьян. Я не могу. Нет, ты можешь. Если надо, я понесу вас обеих, но я не оставлю... Нет. Надо остановить Мёбиус. Да к черту Мёбиус. Мы и без того им слишком много отдали. Мы можем уйти, все вместе. Убежим туда, где они не найдут нас. Нам негде спрятаться. Они повсюду. Лили всегда будет в опасности, пока я их не уничтожу. Ладно, я подожду. Когда с Мёбиусом будет покончено... Так не получится, Себастьян. Это можно сделать только изнутри. Стэм — это не только это место. Все члены Мёбиуса связаны с ней через чипы в голове. Приняв функции ядра, я смогу передать сигнал, даже если Юнион распадется. Этот сигнал покончит с Мёбиусом раз и навсегда. Но мы же наконец-то вместе. Выбора нет. Это часть плана, так задумано. Прости меня. Мира. Просто обещай мне заботиться о ней. Пусть она знает, как сильно мама ее любила. Мира, мне столько нужно сказать тебе. Не надо ничего говорить. Я ведь все это видела. Знаю, как ты страдал. Что с тобой сделали? Что я сделала? Ты не заслужил этого. Ты дважды прошел через ад. А теперь тебе пора. Проживи жизнь, которую у тебя отобрали. Я люблю тебя, Мира. И я тебя люблю.
вас обоих. Потому я это и делаю. Времени больше нет. Уходите скорее. Давайте еще немножко постреляем, я так понимаю, да? Ситуация Альфа-1. Ситуация Альфа-1. Черт! Мы ее прижали! Убить ее! Они не отступят. А как ты через нее стреляешь, а? Расскажи мне, солнышко. Пожалуйста. Я думал, голову тут не заходит, но... Пипец таки нам касая, просто пипец. Таких не берут космонавты. Да ладно. Взял Стэн. Спуститься вниз по лестнице. Ты предлагаешь мне это сделать? Окей. Возьми у них автомат. Почему нет? Держись, Себастьян. Доверили мне спуститься по лестнице? Вот это не просто, блин, я в восторге. Вот это честь. Мира, надеюсь, сработает. Да ты так метко не стреляешь, не обманывай меня. Этим просто обрекаешь себя на смерть. Сама ведь знаешь. Ты подавала такие надежды. Могла собрать в своих руках такую силу. И вместо этого решила от всего отказаться. Почему? После всего, что видела, что сделала, что вдруг за кризис совести? Из-за этого человека? Из-за ребенка? Нет. Из-за меня. Подумай, что ты делаешь, Кит. Стэм нужна всем, представь! Единое сознание для всего человечества. Больше никаких войн, никакого неравенства. Никакой боли. Пути назад нет. Надеюсь, ты права, Мира. Себастьян! Кидман, она у меня. Куда идти? В свой кабинет. Ладно, но Мира со мной не пошла. Ты знаешь почему. Да. Времени мало. Я на тебя надеюсь. Мы все на тебя надеемся и надеемся, что мы сможем дойти до кабинета. И мне не придется ни от кого отстреливаться по дороге. Как если они не будут мне противостоять, потому что мы вроде как всех уже уничтожили, а осталось действительно добежать до светящегося. Боже мой! Да ты светящийся зонд, это и есть наш кабинет, скорее, Кассианос, беги изо всех сил. Мир полностью разрушается, и мы... И мы должны просто успеть.
Должны просто успеть добраться до туда. Покинуть Стэн вместе с нашей дочерью. Еще не поздно остановиться, Кит. Опомнишься? Обещаю убить тебя быстро. А иначе наказание за твое предательство войдет в историю. О да, я войду в историю. Как человек, остановивший вас. Мир без выбора — это не утопия. Улей функционирует только, когда во главе есть матка. Присоединись или умри. А знаешь что? Есть третий вариант. И это пошел ты! Ты такая дура! Что вызываешь восхищение? Очень обидно вот так потерять тебя, Кит. Что? Ты что, правда думал, что я твоя марионетка? Да я вынула чип 3 дня назад. Неважно! Сегодня ты умрешь! Так или иначе. Давай же, Себастьян. Времени почти не осталось. Японский ты городовой, выходи уже, будь добр. Ты смогла, Мира. Я знала. Не волнуйся, Себастьян. Все хорошо. Лили? Где Лили? Помоги мне ее вытащить. Встань вон там. Ты что, издеваешься надо мной, Кидман? Я только что прошел через кошмар, который вообще сломал бы психику любого человека к чертям собачьим.
Ты говоришь, встань вон там, помоги мне здесь. Это правда я. Мне приснился такой страшный сон. Чш, я знаю, Лили. Но ты проснулась. Кошмар кончился. Больше тебе нечего бояться. Это ведь правда? Мы действительно выбрались. Мне не показалось? Все правда закончилось. Благодаря Мире. Пошли. Пора отсюда убираться. И на этом заканчивается Evil Within 2, и это хэппи-энд, наконец-то Кастильянос нашел свою дочь, к сожалению, жену спастись не удалось, та пожертвовала собой ради общего блага, и это чудовищно прекрасно. Что могу сказать вкратце о The Evil Within 2? Ну, первый был пострашнее, но здесь есть тоже колоритные персонажи, те же самые... Вот фотограф мне очень понравился, тот, который Стефано, очень стильные обработки со слоу-моушеном, кровавые эффекты его работ, очень мрачно и интересно. А, вы знаете, излишняя свобода перемещения во внешнем мире, она утомляет и, ну, не очень как-то меня воодушевляет. И также я надеялся, что мне расскажут историю девушки-призрака, которая преследовала Себастьяна, которая ходила за нами в различных локациях. Вот. И я бы хотел, чтобы мне ограничили свободу, засунули меня все-таки в какие-то темные коридоры и периодически пугали. Потому что здесь я себя чувствовал совершенно спокойно и... Меня напрягала только, наверное, девушка-призрак на самом деле. Практически остальные не внушали никакого страха и... Может быть, на последнем уровне сложности все было бы гораздо страшнее и пришлось бы понапрягаться. В остальном, ну, как-то первая часть мне, что ли, больше понравилась. Ну и видно, что в первой части идей было гораздо больше и продолжительность сюжетной линии была тоже больше. Хотя некоторые элементы там повторялись. Ну, а в этой части боссы-то особо не порадовали, разнообразие монстров не так уж радовало, и как-то немного наступает все-таки первой части, так с сиквелами. Достойный сиквел, но немножко не дотягивает. С вами был Джейсон, канал Трумэли Геймс. Ребята, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал, если до сих пор этого не сделали. Всем удачи и пока, пожалуй, на этом.
but I won't cry for yesterday. There's an ordinary world, somehow I have to find. As I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Ну, конечно, это еще не конец. Вот такая вот фигня. Стэм еще возродится, еще затащит Кастильянса в свои объятия, а может быть не только Кастильянса. Ну теперь уж точно пока.